Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Близина. Здравствуйте. Началась массовая печать налоговых уведомлений для кировчан. Их в этом году сформировано 767 тысяч. Общая начисленная сумма за год почти не выросла и составила порядка 1,5 миллиарда рублей. Большая ее часть, 1 миллиард, это транспортный налог. 343 миллиона – налог на имущество физлиц, 166 миллионов – земельный налог. Уведомления начнут поступать жителям области со второй половины сентября. Почтальоны их будут вручать гражданам лично или будут оставлять в почтовых ящиках извещения. Также документы будут доступны в личном кабинете налогоплательщика на сайте налоговой. Платить их следует до 1 декабря. Программа «Экономика». Кировчане заплатят за имущество по новой оценке. С этого года размер налога будет исчисляться в зависимости от его кадастровой стоимости, а не инвентаризационной, как раньше. Налог будет расти постепенно на 20% в год. Полную сумму от кадастровой стоимости налогоплательщик заплатит на 5-й год. При этом сохраняются действующие налоговые льготы. 15 категорий будут полностью освобождены от уплаты. Правда, это затронет лишь один объект – их недвижимости. Кроме того, есть необлагаемый налогом метраж 50 квадратных метров в жилом доме, 20 квадратов в квартире, 10 в комнате. Узнать кадастровую стоимость недвижимости можно на сайте Росреестра, на сайте налоговой службы. Есть сервис «Калькулятор земельного налога и налога на имущество физических лиц». Он позволяет рассчитать сумму к уплате. Экономика на 101 FM. Зампрокурора области утвердил обвинительное заключение по делу экс-председателя колхоза «Ленинский путь». Его обвиняют в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, обвиняемый подписал от имени организации заведомо невыгодные договоры поручительства в счет исполнения обязательств колхоза «Птицевод», Зуевской птицефабрики, ЗАО «Кировец» и птицефабрики «Налинской». Вред предприятию был причинен на сумму более 60 миллионов рублей. Оно было признано банкротом. Имущество выставлено на продажу за долги. И дело направлено для рассмотрения по существу в Налинский районный суд. Экономика. И о валютах на сегодня. Доллар стоит 57.34, курс евро 68.42. Ольга Близина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.